Buonasera, good morning. He's happy, I give 30 rupees for Madhu. We pay him 70 rupees, you know? Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, так как бы, да. Good morning. Воскресное утро, 25 июля. Darling, this is banana. Half, half, half. This monkey. Monkey. Ой. Ой. Они понимают друг друга. No, he will come, I think. Show him. No, it's not see. He not see. Он не видит же этого. Ты, боже мой, какой шустренький. Циркус. Ой, вообще одной ручкой поймал. Голодный. Шел голодный. Ой. Пошли дальше. Maybe we meet other. Вот one more, папа, one more. Я говорю, пошли, может, мы еще кого встретим. Он говорит, всего лишь одна половиночка осталась. Прямо как красиво, сари висят, как флаги. Да. Смотри. She quickly eat and going, watching. Приходи к нам домой, у нас есть больше. Это я просто взяла, еще one more. Взяла на всякий случай. Ну, они находят там мусорки себе много еды. У этого вообще нет хвостика. Какой-то несчастный случай. Без хвостика тяжело обезьянке. Очень неудобно веером пользоваться, когда одна рука камерой занята. И снимать себя, красавишну, и обмахиваться. Так, ну понятно, да, кто тут важнее. Собачки все-таки больше гоняют обезьян. Обезьяны их просто иногда троллят. Я забыла маску. Может быть, у меня есть? Солнышко, сури. Еще щенок. Щенок появился. One more baby dog. Ты посмотри. Only one, normally you have many. Откуда вообще он взялся-то? Normally you have many. Сейчас вот эта женщина пройдет. Вроде бы там где-то перед ней этот маленький щеночек. Чей он? Egg moment, I want to see his face. Ты чей? This is your dog, baby dog. Нет, не твой? А ты откуда взялся? Так. Давай, говори. Осторожно, друзья. Вы такие хорошенькие, когда маленькие. А где твоя мама?
Прекрати. Принеси, говорит, его в кафе. Он хочет молока. Иди, вон там Чику живет. Они тебя тоже, наверное, усыновят. Дай пройти-то. Со своим хвостиком играет. Играешь с хвостиком? Белая бабочка пролетела. Хороший знак. Сыром. Сыром, сыром, сыром. Сыром, сыром, сыром. Саши мечтает о Мумбаи и говорит, будем пить кофе в Тадж-Махал-отеле, смотреть на океан, наслаждаться дождем. Вот, осталось не так много дней до нашего отъезда. Я хочу посмотреть, какой сегодня праздник, 25 июля. День военно-морского флота РФ и день Нептуна. Ой, надо сына поздравить. Он же служил. Да. День памяти Владимира Высоцкого. Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. День беспричинности. Мечтает, мечтает. День вне времени. День зубного техника. День поиска новых вкусов и запахов. День кулинаров. День продевания нитки в иголку. День вина и сыра. О, частично мой день. Сыр я обожаю. От вина у меня что-то желудок болит. Я бы его тоже обожала. День сообразительной тети. День работников торговли. День дерева Австралия. День отца Доминикана. День коктейля Писка Сауэр в Перу. 22 года отмечают уже. День родителей в США. Слушайте, что не воскресенье, то день какого-то коктейля. Прямо подозрительно мне даже прямо. Вот. Праздник огня и воды. Тензин Мацури, Япония. Это видео... А чего? Это видео выйдет 27 июля, и давайте посмотрим, какой у вас сегодня праздник. День рождения гамбургера, день пяти случайных встреч, день прогулки с домашними растениями, день шотландского виски США, день Сони, день крем-брюле, спасибо. День куриных палочек, спасибо. День милосердия. День подземелий и драконов в США. День вечной победы. День Акилы. Именины у Степана, Снисима, Петра, Николая, Ивана. Так, дорогие друзья, мы приступаем. Да, гутен аппетит. Хелена, сайрам, сайрам, Хелена, сайрам, сайрам. А мы уже попили кофе, да, мы уже финиш. Да, как ты? Прям, enjoy. Какая усталость. Как я тебя понимаю. Непонятно, что это такое. Да, нехватка сил. Ну ничего. Нет силы. Выздоровеешь, все будет хорошо. Давай, счастливо. Нету сил. Нету сил. Я говорю, сиди дома, мы принесем. Даже кофе принесем, если хочешь. Да, 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 пошли к Раджи. Мы идем к Раджу. Хлеб он не приготовил вчера.
сыром. Сказал, завтра будет хлеб. И говорит, мне с тобой надо поговорить 5 минут. Сайрам, сайрам. Бред, бред. Сайрам Раджу. Мы были у Раджу. Очень сложно ему достать ржаную муку. Очень сложно. Очень сложно. Ее здесь нету, просто нету. I tell very difficult to get brown ata. И ему даже друзья присылают из России. И говорит, вернулась посылка. Просто да. Хорошо. Давай, пока, ага. Он пойдет с друзьями, поболтает. Потом у него встреча с русской девушкой Анной. Вот. И, в общем, это, конечно, печально. Он делает такой маленький честный бизнес. Маску. Сейчас. Маленький честный бизнес и не достать муки. У меня есть в запасе новые маски, конечно, всегда. Но новые я не люблю. Я люблю старые, 150 раз постиранные. Ну, в общем, Раджу просто позвал нас пожаловаться. Привет, Ганеша, Сайрам. Пожаловаться, что он... Не-не-не, я пешком. Что ему 2 раза присылали посылку с ржаной мукой. И Индия в Мумбаи вернула назад в Россию эту ржаную муку. Что делать? Я даже не знаю, что делать. Может быть, они думают, что-то это нелегальное. Что это за коричневый порошок, типа того. Индийцы же не понимают. Это, может быть, русские увидят, что там ржаная мука написана. Ну, в общем, я не знаю, что за причина возвратов. Жалко. А я думаю, почему он хлеб стал такой светленький делать? Ему просто нет у него ржаной муки. Он вкусный. И светленький вкусный. Он туда семечки разные добавляет. А раги не хочет добавлять. У нас в ашраме делали хлеб с раги, с мукой раги. И он тоже очень вкусный. Один кусочек стоил 5 рупий в западной столовой. И я Саши всегда просила покупать мне несколько кусочков. Такой запах цветов потрясающий. Вот это вот расписание продакшена. Продакшена – это вот обход вокруг Путапарти в полнолуние. Июльское 23-го. В августе 21-го. Ганеша опять в серебряном. Я хочу купить стоечку для обуви, потому что у нас в коридоре они совершенно некрасиво. Общая площадка закидана нашими шлепками, по большей части шлепками Саши. Я говорю, пойду-ка я в магазинчик все-таки, не в Супер Саи Базар, а вот другой, до него, который на другой стороне.
Друзья, еще получила комментарий, там, когда Саши покупал обувь, типа того, что вы накупили там какой-то дешманской дешевой обуви, вот эти белые шлепки. А, на самом деле для меня здесь очень важно, чтобы были удобные. И самое-пресамое главное, чтобы не скользили. Потому что очень большой травматизм. Дома, когда даже если какая-то капелька воды упала на вот эти вот большие кафельные плиты, я столько раз поскальзывалась и просто по счастливой случайности не шлепалась. А многие шлепаются. И самое главное в обуви для меня, чтобы не скользило. Ну и чтобы, конечно, удобно было. А вот эти белые я еще увидела у Светланы. Она мне их принесла. Я дома испытания сделала. Мне они так понравились. Это, наверное, мама и бабушка, и мама, и внучок. Вот. Я в них не падала, не скользила. И это самое главное. Если даже в них еще на улицу выйти, и улица мокрая, и на мокрой улице можно. В общем, пока не проведешь испытания шлепок, ты не поймешь, они тебе удобны или нет. И неважно, там стоят они 100 рублей или 1000, да хоть 10 тысяч, если неудобные, то смысла нету их носить и рисковать собою. Видите, как пока вот этих в защитных костюмах, а не в защитных масках, в пластиковых масках и в перчатках и измеряют температуру в лоб. Так неприятно в лоб, когда тебе целятся этим градусником. Почему-то какие-то прям фильмы о войне вспоминаются. Я руку, ну вот так вот руку вчера просила. На руке измерить температуру. Какая разница? Ну и поскольку сейчас вот эти праздники, очень много приехало с соседних деревень попрошаек. Девчонки. Очень много. Гуава. Что мне сегодня вообще не готовить, ничего не охота. Вот где-то здесь у них эти стоечки для... Вот они наверху.